этап. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Сколько песен о любви сложено, сколько ради нее нелегких дорог исхожено. И пускай всего семь нот нам дано, о любви мы будем петь. Все равно нам ее не объяснить, не объять и всех сил, что движут ей, нам не понять. Ясно лишь одно сейчас: до конца не могло бы существовать это без Творца. Развернись, бедолага, лицом к образам, с них святые глядят, тихий свет дарят нам. Ты понять постарайся, а нет, так поверь, что они, свет любви, отражают теперь. Как узнать бы нам ее? Где найти? Как понять, пришла ли уже или нет? Нам апостол Павел пролил на этот свет, словно выставил флажки на пути. Не завидует любовь и не льстит, долготерпит, милосердствует, не мыслит зла, не бесчинствует любовь, не превозносится, не гордится и не ищет своего, переносит все и не раздражается, и не радуется лжи, а лишь истине не ревнует. Открывает все, и еще никогда не перестает. Развернись, бедолага, лицом к образам, с них святые глядят, тихий свет дарят нам. Ты понять постарайся, а нет, так поверь, что они, свет любви, отражают теперь. Сколько песен о любви сложено, сколько разных по этой планете дорог исхожено. А ведь здорово-то как, если рядом мы, словно за руки друг дружку держим взглядами.
Развернись, бедолага, лицом к образам, с них святые глядят, тихий свет дарят нам. Ты понять постарайся, а нет, так поверь, что они свет любви отражают теперь. Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Владислав Васильев, город Рига. Здравствуйте. Мы, Владислав, с тобой давно уже договаривались о встрече. Вот уже приезжали ваши ребята, Андрей и Ирина. Ирина, да. Да. Очень хорошая была встреча. И ты теперь такой вот продолжаешь... У них даже дуэт называется «Встреча». Да. Продолжаешь наши встречи вот именно с Прибалтикой. Нам, конечно, вот здесь в России интересно, как вы там живете, чем живете, дышите. Вот песня вот эта «Бедолага». «Бедолага». Я ее еще не слышал. Вот так вот. Хотелось бы вот, ну, узнать, как она родилась, что побудило вот написание этой песни. Она родилась интересно. Я какое-то время назад вот начал эти песни. То есть я раньше писал в школе когда-то что-то такое детское, знаете, а потом все это отложилось в сторону, гитара, музыка, там началась жизнь, работа, семья. А потом как-то вернулось. И только я уже был вот церковленным человеком, и песни начали складываться больше такого духовного содержания. И начал где-то их петь, вот, пришел в наш клуб, бард-клуб в Риге такой, ТО Барды называется, и там начал выступать потихонечку на этой площадке, и к одному из концертов на 8 марта, значит, каждый должен был какую-то песню о любви исполнить, и зная такое разное отношение к этому празднику, я решил вот, что, ну, расскажу как-то вот о любви вот с этой точки зрения. Планку, да? Повысить, да, немножко? Да. Вот и она вот как-то сложилась под этот концерт «Песня о любви». Вот. Апостол Павел появился. Апостол, да, Павел появился, да, и сказал нам о любви такие слова прекрасные, которые надо повторять чаще, поэтому я решил, что пусть она прозвучит. Хорошо, она звучит спокойно, и такое размышление. Вот. Я бы еще добавил бы, у нас же творческая передача. Не отражает она, а в каком-то песне излучают. Излучают. Ну, да. Свет любви. Да, конечно, конечно. Вот. Ну, и отражают, излучают. Можно какой-то, отражает, ну, излучает. Какое-то можно вместе добавить, излучают. Поменять, да. Не всегда так, они можно как бы усилить немножко. Не такой совет. Вот. Ну, а сейчас, как вы там живете в Прибалтике, как без России вам там? Ну, знаете, как сердце, оно все равно русского человека, оно в России. И, конечно, здорово, что у нас есть православная церковь. Она у нас сильна, и мы стараемся как-то и участвовать вот в общих делах церкви, да, богослужение, конечно, это одно, но вот какие-то общие такие соборные как бы вещи, это вот очень, очень здорово. То, чего нам, наверное, не хватает, и то, к чему мы стремимся, вот в этом тоже, знаете, когда друг с другом единомышленники делают одно дело какое-то, это очень здорово, и вот у нас Господь нам дал как-то такой шанс, вот мы собрались, сколько-то там у нас есть количество единомышленников, преимущественно православных, конечно, хотя и не только. И мы занялись вот таким делом милосердия, как работой с детскими домами. Вот выбрали себе эту тему. Я как-то давно уже видел передачу с отцом Дмитрием Смирновым,
когда он рассказывал, как они вот на своих приходах работают с детьми, как, есть детские дома, один там городской, один такой сельский, да, и как вот ребята, которые к ним поступают, они их сначала тестируют, как бы проверяют, насколько человек, если он интеллектуально как бы готов развиваться, есть потенциал у него, тогда его в городской детский дом, и там стараются его вырастить. Если попроще такой человек, да, ну, значит, в сельский тогда, потому что спастись-то можно везде. Важно вот эту веру посеять, и чтобы человек вырос, вот, строил... Помогла ему жить дальше. Да, да, чтобы он строил все на Христе. Вот это важно. И вот как-то я так проник с этой темой, давно уже услышал. Вот, и вот мы тут собрались, организовали такую даже общественную организацию, назвали ее «Сирота ЛВ». Так и сайт наш называется, и организация, чтобы, ну, сразу все было понятно, чтобы не надо было ничего объяснять. И мы пытаемся работать с детскими домами, с ребятами по разным возрастам, наверное, но вот сейчас так получилось, что мы работали с ребятами, подростками, которым скоро выходить из детского дома, потому что... Пока ребенок в детском доме, о нем есть забота, и там кормят, поют, одевают, бюджет есть на это дело, и как бы учатся там, кто-то следит там за тем, чтобы они там не особенно бегали и хулиганили, но настает предел 18 лет, и человек выходит во взрослую жизнь, и все, то есть у него дверь закрылась, иди ему. Детский дом особенно об этом не печется, потому что у них есть свои обязанности, они должны растить в детском доме. И вот мы как-то с этими ребятами начали общаться и устраиваем им разные программы такие, которые помогают им найти в себе таланты свои, раскрыв, об этом говорим. Угу. И вот даже есть одна песня, которая тоже так как-то сложилась для этих встреч. Угу. Я могу ее исполнить сейчас. Пожалуйста, интересно. И она называется «Не сдавайся». Солнце встает кругами, да все над нами. И уже не в детдоме ужин, и ты простужен. И вокруг люди выглядят злыми, совсем чужими. И пускай тебе кажется, ты никому не нужен. Ты поверь, все не так уж плохо на самом деле. Хоть и нету с тобою рядом друзей вчерашних. И пускай тебе кажется, ты уже на пределе. Но есть выход, и он реален, и в силах наших. Ты поверь, все не так уж плохо на самом деле. Хоть и нету с тобою рядом друзей вчерашних. И пускай тебе кажется, ты уже на пределе. Но есть выход, и он реален, и в силах наших. Ты ищи, найдешь, так будет, имей лишь веру. Мы поможем тебе, чем сможем, не сомневайся. Не проблема подняться, ты, главное, старайся в меру. Обозначь себе цель и стремись к ней, и не сдавайся. Не заметишь, как повзрослеешь, и встретишь пару, что Господь приберег для тебя, да на этом свете. Будут песни в кругу друзей, у костра под гитару. Будет свадьба, и дом, и храм, и, конечно, дети. Не заметишь, как повзрослеешь и встретишь пару, что Господь приберег для тебя да на этом свете. Будут песни в кругу друзей у костра под гитару. Будет свадьба и дом, и храм, и, конечно, дети. Ты их вырастешь и расскажешь о самом главном, что всегда нужно быть за все благодарным Богу. Ты расскажешь им, как в детдоме живется странно, но научишь туда их ты не забывать дорогу. Спасибо, Господи. Все выверено, да? Ты долго писал это? Нет, она как-то вообще сложилась. Вот, наверное, бывает такое, когда Господь было искреннее желание, да? Оно просто вот приходит, да, и вот действительно она из тех, которые очень... Потому что она может открыть душу ребенку, да, если он начнет ее в себя впускать, да, ребенок. Да, да, это важно. Понимать, о чем речь. Мы стараемся, да, мы стараемся сказать, что, ребят, вот как Господь нас не может спасти без нас, да, так и мы, как наша организация, мы не можем тоже этим ребятам помочь состояться в жизни, если они сами этого не захотят. Но мы говорим, ребят, вот наша рука,
давайте, мы вам помогаем, но вы тянитесь, карабкайтесь. Вот в таком смысле, в таком случае мы вам сможем помочь, и вот мы есть, вот давайте. Мы постараемся вам помочь тем, чем мы сможем. Я так и сказал, потому что мы, знаете, как мы собрались, у нас там нету никакой такой особенной поддержки. Там для этих дел все-таки там, знаете, как нужно организоваться, там финансирование какое-то должно быть. Мы просто собрались, вот единомышленники, и так подумали, мы что-то можем сделать или ничего не можем? Что-то мы можем сделать. Ну, давай сделаем то, что мы сможем хотя бы. Сделаем шаг, сделаем два, сделаем три. И вот как-то так мы потихонечку с Божьей помощью. Не только на словах, да, но делом. Как служение такое, ну, получается. В общем-то, так, наверное, да. Слава Богу. Конечно, я не думал, что... Я думал, что в Прибалтике там все в порядке, ну, с этим... А с детскими домами? Да, с детскими домами. Нет, у нас порядка 50 с чем-то домов, детских домов. Mm. И, конечно, с Россией не сравнить масштабы, объемы, но порядка 130 человек каждый год, они во взрослую жизнь выходят. С разных вот этих наших детских домов. То есть, и вот, конечно... А государство им там помогает как-то? Ну, государство... Выделяет там квартиры, что-то, субсидии? Да, жилье какое-то дается, какие-то льготы обязательно они имеют и пользуются этим. Но все-таки, знаете, проблема такая основная, наверное, в том, с этими детьми, это я никак не от себя, я просто вот слушаю тоже специалистов, кто об этом говорит. Проблема в том, что они в детском доме не привыкают о себе заботиться. По большей части. То есть, конечно, это, есть везде исключения, есть хорошие детские дома, есть прекрасные руководители, которые об этом это понимают и стараются именно это ребенку дать, чтобы он вышел не таким, вот, а, знаете, как «мне все должны». Ну, вот в детском доме. Еду дали, одежду дали, что-то разбил, дали новое, что-то сделал там. То есть так. И они выходят такими же, как будто думают, что так и в жизни будет взрослый. Да? То есть я могу там послать кого-то, и как воспитательницу. Но в жизни все по-другому. То есть ты сделаешь не тот шаг. И... Да, и все. Поэтому статистика просто действительно такая, я не знаю, вот латвийскую нашу статистику, знаю российскую, когда порядка 80% выпускников детских домов, они попадают в тюрьму потом. И вот в этом плане есть тоже прекрасный такой нам пример, образец. Фильм «Форпост». Вот смотрели? Да. Многие, наверное, его смотрели. Вот про епископа Лангина, как он там вообще с детьми работает. И вот монахи, как они там уже несколько детских домов, по-моему, построили. Ну, фильм потрясающий. Без слез вообще невозможно смотреть. Абсолютно, абсолютно. Вот он... И вот я песню... тоже представлю одноименную такую тоже «Форпост». Она вот тоже родилась как-то вот после этого фильма, ты понимаешь, что вот, вот оно, да? Да. Вот. Действительно. Ну, хорошо. Нелицемерно. Послушай. Да? Темно, как будто одолел враг, и кажется, сил негде взять, чтобы жить и любить, но надо стоять. И как бы не был труден день, и как бы не томил час, ты помни и верь небесам, что Господь есть любовь, крест сверх сил Он не даст. Форпост — дело длиною в жизнь, крепче в строю держись, помни, ведь с нами Бог. Форпост — не унывай, монах, сияет на небесах и побеждает страх. Дело длиною в жизнь стяжать и возрастить любовь
и Богу со Творцом стать коллег и сирот воспитать, заменив им отца, заменив даже мать, обитель возродить от сна, вдохнуть опять в нее жизнь и веру, другим передать и ночами не спать, и Творцу предстоять. Форпост — дело длиною в жизнь, крепче в строю держись, помни, ведь с нами Бог. Форпост — не унывай, монах, сияет на небесах и побеждает страх. Дело длиною в жизнь, сколько пережив, сколь изменив, верой одной ты еще жив. Форпост, дело длиною в жизнь, крепче в строю держись, помни, ведь с нами Бог. Форпост, не унывай, монах, сияет на небесах и побеждает страх. Дело длиною в жизнь. Господи. А они-то слышали эту песню? Кто-нибудь? Дошло до них? Думаю, что нет. Нет? Думаю, что нет. Послать им надо обязательно. Наверное, надо, только вот если батюшка поможете для них с контактом. Гимн. А может быть, передачу они посмотрят? А может быть, да. Может быть, да. Спасибо, Господи. Потому что было бы, конечно, здорово и действительно и клип такой сделать. Вот, потому что, ну, фильм мощный. Да, конечно, вот прям, ну, можно кадры из этого фильма брать, и клип. Ну, дай Бог. Я тоже сейчас, ну, ты просил песню исполнить. Просил, да. Я однажды, вот как у меня началось, я однажды, значит, собрал... Прихожане сидели за столом, и я спел песню. И мне, конечно, в один голос сказали, что, отец Анатолий, вам надо выступать. И выложили все это в YouTube. И эта запись пошла гулять, и, видимо, ты ее увидел. Я ее увидел, да. Я ее увидел, и все. С этого момента вот началось, моя, так сказать... Вторая жизнь, угу. Музыкальная песня. Разрешилось небо дождем. Мы сидим и хлеба все ждем. Эх, пойти бы в поле, где рожь, и расстаться с болью под дождь. За полем твой дом, мы в него без боли войдем. Было бы немного любви, эх, беги, дорога пыли. Такое настроение. Отлично. А на самом деле я написал ее в деревне, там через поле и кладбище. Вот. Угу. Там за полем твой дом, мы в него без боли войдем. Важно.
было бы немного любви. Хотя бы, да, вот сегодня про любовь мы говорим как раз. Ну, значит, эта тема детская у вас, ну, теперь я не так понимаю, что много сил души, да, и чаяния всякие, молитвы, все это, и об этих детях. Да. Вы этим живете, да? Мы стараемся хоть чем-то, вот как и сказали, помочь. То есть стараемся в этом направлении двигаться. Господи, помоги. И... Свои дети-то есть? Есть дочка уже взрослая. Взрослая. 23 года, 24. О, вам помогает? Помогает в меру сил, но, знаете как, все молодые люди, они сейчас строят свою жизнь. И учеба, работа, то есть тоже... Такой круговерть. Ну, поэтому наверное, тут... смотрят на родителей и думают, а? Как на нас дети смотрят. Мы же увлечены своим делом, не хватает им внимания даже иногда. Угу. Вот, немножко, так сказать. Да, так и есть. Поэтому немножко так грустят, глядя на нас. Ну, потихонечку все складывается у нас. И как-то домочадцы подключаются, и вот... И разные люди, вот мы сейчас этот проект проводили, талант-курс, мы так его назвали, говоря ребятам, что, ребят, вот две вещи должны запомнить. Основное, что первая вещь, что Господь каждому дал талант, вот у каждого есть свое, вот это раз. И второе, значит, раз это есть, значит, что нужно сделать? Нужно найти в себе это. Вот, давайте искать, ищите сами, думайте, потому что если вы состоитесь в жизни, через эти таланты, вот реализовав себя, ну, это будет радость каждый день. А если ты будешь, условно говоря, даже вот о таком земном, ходить на нелюбимую работу каждый день, ну, каково тебе будет? Все-таки не сможешь ты и раскрыться так, как надо, и радости это не будет. Спасибо, Господи, Владислав, у нас передача, первая часть передачи заканчивается. Спасибо, Господи. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Владислав Васильев, город Рига. Ну, до следующей передачи. Божьей помощи. Ангел-хранитель вам. Спасибо, Господи. До свидания. Спасибо, Господи.